Після відомого п'ятиденного рейду, який тривав в 2014 році, 79-та бригада повернулася до Краматорську. І для Романа Бойка почалась буденна робота. У мене було дежурство там по-разному. То 12 через 12, то там сутки через сутки. Я в штабі займався підтримкою 6 видів зв'язку і електронної пошти. Прийом, відправка. Вся документація проходила через мене, в тому числі і секретна. Роман висловлював бажання брати участь саме у боях. Втім, його справа не менш важлива. Якісний зв'язок на фронті так само необхідний, як і вміння тримати зброю. Хоча ситуація, коли Роман ризикував життям, вистачало. Як то в Авдіївці, коли з колегою Артемом займалися розвідкою. В Авдіївці в многоэтажці сидів місті з Артемом Щегловим. І ми займалися, помимо того, що там коректировка, всяке таке, що і радіорозвідкою. Подслушивали, мы поймали частоту, да, и подслушивали беседы то ли Моторолы, то ли Гиви, Спарты вроде бы, точно не помню уже. Меня очень сильно впечатлило две вещи, очень сильно. Одна вещь то, что отношение к людям, там, ну, вот как говорят, вот, что в России человек-то ничто. Вот. Такое же и там отношение. Если у нас все-таки очень сильно трусились над каждым человеком, чтобы его не ранили, не убили, начальство за это очень сильно переживало, потому что их, наверное, за это, ну, наказывали хорошо, или там совесть, там что-то еще, то там это я был поражен. Вот процитирую, что, как была ситуация. Значит, приехали русские православные, кажется, группировка, как-то так, 30 или 40 человек. И сразу же по приезду двое или трое были в нетрезвом состоянии. И этот Гиви или Моторова, кажется, Гиви, сразу же троих пристрелил на месте, потому что они были в нетрезвом состоянии. Вот. А потом его спрашивают, что вот еще один пропал где-то, то ли в туалет ушел, то ли куда-то еще, что с ним делать, когда найдем? Тоже убить сразу, без разговора. Я так был поражен этому. Потому что, как бы, ну, с одной стороны, да, дисциплина хорошо, это очень дисциплинирует, чтобы не могло, но с другой стороны, таким жесточайшим образом, потому что у них, получается, люди вообще ничто не стоят. А ще Роман за власною ініціативою займався моніторингом інтернет-простору. Хвастощі деяких польових командирів противника врешті-решт грали на руку нашим хлопцям. Так як у мене вся ніч, я по суті, всі наші там ці полководці спять в це время, вони в основному днем воюють, а на ночь ложились спати. Майк, може, слышали такую? Как раз я при Май, да, Максим Миргородський, я при ньому как раз в основному был дежур, то они ложатся спать, и мне просто надо следить за тем, чтобы все работало. И если вдруг какое-то там что-то происходит в эфире, то тогда будить и говорить. Ну и дежурный офицер тоже рядом. Поэтому я мониторил интернет каждую ночь. Вот это, собственно, твоя инициатива, да? Да, это личная моя была мониторить интернет на тему Донецкого аэропорта. Видео. Вот. И я за ночь скачивал все видео, касающиеся Донецкого аэропорта, а днем уже потом офицеры просматривали все эти видеоролики. А в то время они были очень глупые, там, этот Гивен Мотороли, в этом вопросе. Они любили пиариться, их там чуть ли не каждый день снимали. И таким образом наши офицеры определяли их местоположение по этим видеороликам. И туда потом корректировали его. Поруч із Романом були люди, які його вражали своїми знаннями і вміннями, мужністю та професіоналізмом. Наприклад, один з командирів – Максим Миргородський з позивним «Майк». Але більше вражали приклади зради з боку вищого керівництва Збройних сил. Тут мене дійсно впечатлило, наскільки відданий своєю діяльністю чоловік. Тобто він прямо цим живе і емоційно, тобто повністю в этом окунается и только этим занимается, очень преданный своему делу человек.
Вот. А так просто меня не люди больше впечатляли, а события, о которых мне или рассказывали, или которые происходили. Одно самое яркое впечатление, вот когда мы ехали там в поезде первый раз еще, и мне рассказывали, ну и помимо поезда, много случаев о том, что отводились войска, вот, об этом уже известно, много публикаций, что когда была возможность взять Луганск, это где-то июнь, или окружить его, то поступил приказ войска отвезти. То есть в этом участвовала и 79-ка, то есть мне рассказывали очевидцы, что реально была возможность зайти в Луганск, там сопротивления никакого не было вообще, и приказано было отойти. Потом о том, что в Зеленополе тоже мне рассказывали случаи, где, ну, как бы, сливалась информация и обстреливались люди, техника. Тоже это меня очень сильно впечатляло, что, как бы, вот, есть такие случаи о том, что сливается информация и люди гибнут из-за предательства. Так само зрадою Роман Бойко вважав наказ 79-й бригаді знаходитись протягом тривалого часу на кордоні з Ростовською областю, де хлопці щодня потрапляли під різні обстріли російських артилерійських військ. Можна було відвести війська немножко назад, на расстоянии так, чтобы с российской территории уже не могли достреливать. Это вот эти высоты, гранит, Браво. Да, да, да. Отвести и таким образом контролировать границу. Пусть, да, какая-то мертвая зона была бы, но сохранились бы и техника, и силы. Потому что после того, как это все закончилось, 30% техники осталось. Человеческих жертв было немного сравнительно, но то, что люди постоянно ежедневно по много раз в день были под обстрелом, а там особо укрыться негде было, чистое поле и почва, где сильно не закопаешься, поэтому это нанесло огромнейший психологический урон. Для самого Романа найбільший дискомфорт спричиняла нездорова атмосфера в колективі. Здавалося б, такого не мало бути, але... У меня отец военный, я мечтал быть военным. То есть, по сути, я попал в свою стихию, мне очень нравилось там. Но некоторые офицеры, вот это, я считаю, это совка осталось, отношение к солдатам. Вот эта сама система феодальная, что солдат – это ничто для офицера. Может, я неправильно это назову, но вот именно вот это отношение, когда офицер моложе меня, а обращается ко мне на «ты», хотя я с ним практически не знаком там. Мне очень много времени приходилось находиться в штабе, ну, почти все время. Я там был единственный там солдат. То там еще как-то, ну, потому что у меня были там покровители, назовем так, офицеры, которыми я там дружил, то там еще сдерживалось вот это отношение. Хотя некоторые это старались проявить всячески ко мне. И не просто неуважение, а иногда даже больше, чем неуважение. Хамство. Или как-то унизить, оскорбить. А если брать про других солдат, которые, ну, некачественно выполняют свою работу или там на чем-то проштрафились, то к этим вообще было такое отношение ужаснейшее. Роман Бойко вже давно демобілізувався. Зараз активно займається громадською роботою. Така діяльність, особливо на фоні останніх подій в країні, дарує йому нові цікаві знайомства, зводить з людьми, які стають близькими. Але в країні триває війна, і вона забирає кращих. Надзвичайною втратою для Романа стала загибель Андрія Підлипнюка. Вони познайомились менше року тому, 9 травня, і одразу знайшли спільну мову. В марте, апреле демобилизовался, сразу же вступил в правый сектор. И я таким образом с ним познакомился, что я привлек членов правого сектора на охрану памятников. И он тоже участвовал, вот я там первый раз его видел. А уже ближе мы познакомились уже на самом 9 мая, когда мы пытались остановить людей с красным флагом, с колорадскими ленточками. Роман та Андрій багато спілкувалися, часто брали участь в різних акціях в Миколаєві. Таким образом общались, ділилися своїми взглядами на життя і на все происходящее в Україні. І я увидел, і він у мене увидел єдиномисленника в цих питаннях, в тому, що треба патріотичні сили об'єднати
А сейчас все существует так, что наоборот, все больше и больше они разъединяются, дробятся, мельчают, все более-менее какие-то политические движения. Вот. А в конце концов, уже после того, как Майдан закончился, он пошел по правому сектору. Основной целью его было познакомиться с настоящими идеологами и настоящими борцами правого сектора, потому что Николая у нас, к сожалению, таких личностей нету. Якщо Роман знайшов своє призначення тут, на мирній території, то Андрій вважав, що його місце на фронті. Там він корисніший для своєї країни. І він поїхав на передову, підписав контракт, і іменно з його головною цілею, я його розбіждав, його головною цілею було не тільки захищати Україну, але й воювати іменно в составі той оставшийся ядра правого сектора, який ще сохранився. Тому що последнее событие, очень мало осталось последователей правого сектора. Кто ушел, потому что безденежье, кто ушел с Ярошем вместе. И их на сегодня очень-очень мало на передовой, вот этот дуг. И вот он пошел в этот, можно сказать, в племя это последних из магикан, где остались самые идейные. Как я его не отговаривал, он все-таки, я понимаю, я ему говорю, что ты здесь тоже очень сильно нужен, потому что он очень здравый парень, очень мудрый, со всеми находил общий язык, то есть он бы очень много конструктивного сделал для Николаева, но выбрал такой путь. Как он погиб? Все это время, вот с июля, он мне периодически звонил, мы часто общались подолгу, и за день до гибели он мне позвонил. И тоже основная наша беседа была о том, что опять их резня между общественниками, опять надо что-то делать, как-то мирить. Вот. А на следующий день я вот это узнаю, что он погиб. І ще одна доленосна зустріч відбулася у Романа. На щастя, зовсім не трагічна. Життя звело нашого героя з Іллею Шполянським, теж учасником бойових дій, відомим волонтером, а зараз керівником Асоціації інвалідів АТО. Роман Бойко приєднався до цієї організації, і тепер у нього свій фронт робіт. Громадська робота забирає багато часу та зусиль, говорить Роман Бойко, але не годує. Аби мати можливість приділяти їй більше уваги, Роман пішов навчатись. Він один з тих, хто бажає відкрити власну справу, а тому бере участь у бізнес-інкубаторі проєкті, ініційованому Іллею Шполянським. Бізнес-план Романа Бойка тренери визнали перспективним.